не смотрим. Спасибо. Президент промоушена Fight Nights Камиль Гаджиев. Ассаламу алейкум, Казахстан. Всегда очень приятно бывать в этой стране. Всегда очень приятно, когда наш турнир приезжает для таких болельщиков. Я всегда говорил и продолжаю говорить, что мало кто так сильно болеет, как казахи. Болеют за своих и умеют поддерживать чужих. Давайте завтра сделаем то же самое. Желаю вам хороших поединков. Желаю победы вашим бойцам. Желаю процветания вашей стране. Ассаламу алейкум, братья. Завтра, будет не просто бои, завтра будет твориться история. И наши ребята выйдут, и ваши, они будут драться дома. И ваша поддержка будет необходима. Всех завтра ждем. Нашим пацанам и соперникам желаем самое главное, без травм и удачи. Все, можешь. Спасибо большое. Камиль Гаджиев, вам большое спасибо. Можете проходить. Спасибо. Ну что ж, уважаемые гости, жители и гости столицы. Для чего мы все сюда сегодня собрались? Сегодня здесь пройдет взвешивание и необычайная церемония face-to-face. Вы готовы начать? На сцену под ваши громкие и бурные аплодисменты мы приглашаем первого бойца. На сцене соперник. Встречайте, Батиржон Турсунов здесь и сейчас. Шапала, 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 эй! Весом 65 на 70. Спасибо, спасибо. Встречайте соперника на нашей сцене. Желтый шпик Султан, клуб Тахтай, весом 61,2. Здесь и сейчас. Прошу. Давайте встретимся с взглядами. Здесь и сейчас. Прошу. Спасибо. Сейчас было просто горячо, завтра будет жарко. Пожелаем нашим спортсменам, бойцам, путем аплодисментами удачи и успехов. Спасибо. Встречайте. Узбекистан. Весе 61,1. Хамидов Авлия Охон. Прошу, Встречайте, Хош Шебек Данияр, спортсмен, противник, клуб Аброй, весе 61. Встреча взглядов, прошу. Вот так вот скромненько, спокойненько, конечно, потому что завтра состоится самое главное событие. Ровно 18:00 во дворце спорта «Лау». Правильно? Все будет завтра известно. Мужчины пожали руки, сделали памятные фото. Пожелаем нашим спортсменам удачи, выйдем аплодисментами. Встречайте на сцене
Узбекистана Абдурасул Култашев. Федерация. Владимир Ишмиев. Спасибо. Встречайте на сцене Российская Федерация. Там здесь и стол. Под ваши громкие бурные аплодисменты. Шума, ребята, встречайте! Эй! Самусев Николай! На сцене чемпион мира по тайскому боксу завтра покажет свое мастерство. Вес 73. Встреча с ягами, прошу. Ай, мужчина! Аплодисменты, поддержка! Ну что будет известно завтра? 18:00. Волосы спорта, аллау! Ждем всех завтра, самое горячее будет завтра. Встречайте! Большое спасибо, Тамбулов Диас был на сцене. Президент промоушена Топ-Бет Топ-Тим. Спасибо. Встречайте на сцене представитель промоушена Алаш Прейт Айдар Айпайла. Встречаем. Да ладно. Серьезно? Российская Федерация. Алена Горчинская здесь и сейчас на сцене. Встречайте, Алаш Прай, Файзулова, Самса Гуль!
up the tracks. I'm losing my religion. I'm just on these loose pigeons. You might be deep in the scam, but you got the tools missing. Niggas be acting like you're savvy to say, I'm gonna get the capital. Yeah! Nothing but love for my niggas that belong. 67.3. Прошу, встреча с ядами, face to face. Прошу. I got a black beamer, but my dream is done on the clock of Satan. Life must be sleeping, picking what all legal. And get scooped up by my little homie in the regal. It feels good to get back in Baba. You see, this is for the G's and the K's, motherfucker. Неплохо, все красиво, скромненько, фото на память, прошу, девчонки, аплодисменты, шумно! Пожелаем удачи, успехов нашим красавицам, бойцам! Спасибо, девчонки, вы сделали эту сцену на больше красивее! Спасибо! Ну что ж, топ-тим, Катув, Диас, президент промоушена на сцене под бурные аплодисменты! Спасибо. На сцене сейчас должен быть уважаемый соперник, боец и участник Юсубоев Бомбур Мирзо, Узбекистан. Он на данный момент он задерживается в самолете. Но, тем не менее, давайте покажем свою гостеприимность, любовь и уважение к нашему уважаемому бойцу. Встречайте, топ-тим. Мирабаб Мухаммед! Пожелаем удачи, успеха! Путем аплодисментами нашему бойцу, пожалуйста! Спасибо большое! Президент промоушена Fight Nights на сцене Камиль Гаджи! Встречайтесь на сцене Таджикистан. Раджаб Али Файзидин. Раджаб Али Файзидин, Таджикистан. Встретим, покажу свою гостеприимность путем аплодисментами. Давай, давай, давай. Встречайте на сцене соперника Астана Файс Ахимжан Жасулай. Поддержка, поддержка. Distribution. I'm like 65.8. Прошу, встреча с ядами. Пацанцы, мужики, потому что завтра 18.00 в Адарсе Форда Алау состоится самое главное событие этого года. Есть битва на истине. Есть уже основа, есть уже турнира. Спасибо. Встречайте на сцене Российская Федерация Мухаммед Эминов. Шума, дайте шума, 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 ребята, аплодисменты! Отлично, спасибо, аплодисменты, шума! Увидимся завтра, 18.00 начало, АОЛ, профессиональный бой, битва на истине. Пожелаю спортсменам, бойцам удачи, аплодисменты! Спасибо. Можете позвонить музыку, пожалуйста, господин диджей, позвоните.
Я извиняюсь, Камиль, сейчас, секунду. Организационные моменты. Не очень, я скажу вам, поддержка. Так не поддерживать ни гостей, ни своих, это не то. Но как не стыдно вам, гости, жители столицы. Выходит сюда гость, надо дать шару, показать свое гостеприимство. Поднимите, пожалуйста, его руку перед собой вот так вот. Начинаем церемонию взвешивания встречи взглядов. Встречайте, на сцене боец с Узбекистана Юсуп Максаджоев! Хорошо, Встречайте нашего бойца, на ваш прайс. Бахтияр Несапир! Встреча взглядов, ребята улыбаются. Ага. С юмором, ребята. Завтра будет самое главное событие. 18:00, дворец спорта «Орел». Приходите сами, приглашайте с собой друзей. Проведем аплодисментами. Шума, шума, шума. Спасибо. Президент промоушена Камиль Гаджиев, Fight Night на сцене. Встречайте. Российская Федерация. Парисула Курбонов. Российская Федерация. Эй! Парисула Курбонов. Поддержка, поддержка, деньги нашим гостям! Эй! Сейчас 1:03. Встречайте! На сцене 102 топ-тим! Сабир Шусупа! Ребята, завтра покажут все на деле. На самом деле, 18:00, дворец спорта «Орел». Пожелаем Китайцу успеха, аплодисменты. Давай, спасибо большое, Камиль. Встречайте на сцене представитель промоушена Алаш Прайд Айдар Альпайло. На сцене боец, гость Российской Федерации Карагиша Саута. Карагиша Саута. Прошу прощения. На данный момент, спасибо, на данный момент Карагишев Саут Российской Федерации находится в дороге. Ну а сейчас давайте покажем свою гостеприимность и уважение. Алаш Прайд! Аку Абабае! Yes. 56,7. Хорошо. Спасибо. Я хотел озвучить некое маленькое объявление. Для тех, кто придет завтра во дворец спорта «Алау» в 18:00, чтобы рассмотреть этот замечательный турнир «Битва на веселе». И если же вас много человек пришли к турниру, я бы хотел сказать вот что. Потому что завтра специальными визитами приедут специальные гости турнира. Итак, внимание, кто же это? Арман Оспанов, Дамир Исмагулов, чемпион... Чемпион М1!
и известный тренер Хабиб Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Поэтому всех ждем завтра в 18:00 в Алау. Не опаздывайте. А лучше все приходите в 17:00, хорошо? Потому что мы знаем вас. И это еще не все. Встречайте на сцене представитель Fight Nights. Президент промоушена Камиль Гаджиев на сцене под ваши громкие бурные аплодисменты. Гость Российской Федерации Кадир Улан-Беха. Time you spent at the mall, all day nigga. How many runners do you got on call? All day nigga. How long they keeping them calm? All day nigga. Take you to get this fly? All day nigga. Till you beat your ass, how long you been at? All day nigga. Nobody knows, stay from the chat. All day nigga. Stop. All day nigga. This shit, nigga. На сцене ОРД Казахстан, топ-тим, под ваши аплодисменты, поддержкой Жанна Шумагула! Поддержка, поддержка! Потому что эти мужчины, завтра покажут самое настоящее шоу. Ну что ж, хотелось бы задать несколько вопросов нашим уважаемым бойцам, прошу. Добрый день, Казахстан! Салам алейкум, Астана! Всех приветствуем! Это главный бой вечера завтрашнего турнира. И это действительно будет очень круто. Давайте поприветствуем еще раз чемпион Кадир Улан-Беха. И претендент Жорган Жорагула. Кадир, приветствую тебя в очередной раз в Казахстане. Ты не первый раз здесь, не первый раз в этой прекрасной стране. Скажи, есть такое мнение, что завтра все 5 раундов ты собираешься доминировать в партере. Но всем известно, что зрители любят смотреть поединки стойки. Скажи, готов ли ты завтра поработать на зрителя? Во-первых, курметпен казахи уги. Ассаламу алейкум, Казахстан. Что касается боя, это не я решаю. Мы выйдем в клетку и там будет, что будет. Аплодисменты, дорогие друзья. Ну и, в общем-то, очень многие хотели бы тебе задать вопрос. Твой прогноз на бой. Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов. В этом, наверное, не будет спора. Я 100% уверен, что выиграет Хабиб. Ваши аплодисменты. Удачи тебе завтра. Жалгас, еще раз тебя приветствую. В очередной раз крутой поединок, уверенный будет завтра. Скажи, пожалуйста, вот такой тебе вопрос. Как ты думаешь, кто сильнее? Вартан Асатрян, Тайсон Нэм или Тагир Улан-Беков? Салам всем. Проходите, завтра будет интересно. Мы покажем с Тагиром интересный бой. Будет жарко. Также хотел бы, чтобы вы его поприветствовали, так же, как и меня. По поводу, конечно, в любом случае, Тагиру у меня другое уважение. Ну, завтра в бою все будет видно, кто сильнее. Кто заслужил пояс, тот и выиграет, иншаллах. Также хотел бы сказать, несмотря на исход нашего боя, мы также после боя обнимемся так же крепко и будем поддерживать наши братские отношения. Ну что ж, завтра главный бой вечера. Тагир Улан-Беков, Жалгас Жумагулов. Спасибо, Астана! Завтра ровно 18:00.